Итак, дорогие друзья, в этой видеоинструкции я хочу продемонстрировать работоспособность нашей автоворонки Alpha MLM. Сейчас я перейду уже по реферальной ссылке агента в нашей автоворонке и далее все подробно расскажу. Здесь у нас приветствие. Теперь нажимаем начать. Первым встречающим нас сообщении мы видим наш идентификатор в боте. Он понадобится, если произошла какая-то ошибка. Далее мы видим телеграм нашего пригласителя, описание, что вы получите, и рекомендация, что необходимо сделать, чтобы пройти дальше. У некоторых партнеров стоит защита конфиденциальности, и они не принимают голосовые сообщения. Для того, чтобы работать с ботом, необходимо в настройках конфиденциальности выбрать голосовые сообщения, поставить на все или только на бота. Также мы здесь можем прослушать голосовое сообщение. Все сообщения являются имитацией наставника. Они полностью сопровождают и говорят, какие действия необходимо сделать. Перейдем далее. В первом шаге мы сразу даем предупреждение. Если ваш новичок является клиентом банка, но его нету в проекте свои в Альфа, он может заказать дебетовую карту. А если ваш новичок уже является обладателем дебетовой карты, то ему предлагается для ознакомления посмотреть видео и перейти далее. Мы постарались сделать поэтапные действия. В первую очередь можно посмотреть видео на канале YouTube, а также можно посмотреть прямо внутри проигрывателя Телеграма. Для этого нужно нажать кнопку «Смотреть видео», нажимаем паузу и закрываем. Далее мы стараемся сделать призыв к действию. Закажите бесплатную карту и получите не только 500 рублей, но и лучшие условия в России. Сохраните себе памятки при получении карты у курьера или в офисе банка. Также у нас здесь есть голосовое сопровождение. И мы уже можем перейти на страницу оформления карты по кнопке «Заказать карту». Нажимаем. Сейчас мы не будем переходить, так как это видео инструкция является демонстрацией. Нажимаем «Отмена». В нашем боте Alpha MLM не используются никакие реферальные ссылки кредитов, кредитных карт и так далее. Мы заботимся о экологии и хотим предоставить в нашем боте максимальные условия для абсолютно каждого агента в проекте «Свои в Альфе». Мы не будем переманивать никаких партнеров, мы не будем рекламировать никакие проекты, а также мы не будем принуждать к каким-либо негативным действиям, которые могут привести к каким-либо негативным последствиям. Наша автоворонка максимально экологичная. И я хочу, чтобы максимальное количество агентов могло пользоваться данным инструментом и рекомендовать его, так как в нашей воронке присутствует также собственная реферальная программа в 5 уровней. Итак, когда новичок оформляет карту, сохраняет памятку курьера или в офисе банка, мы переходим далее. Выберите вариант ответа. Данная функция предусмотрена для нашего электронного журнала, где наши агенты могут скачать, посмотреть, а также связаться дополнительно со своими кандидатами, при этом понимая, какие действия и какие этапы они выбрали во время прохождения воронки. На примере выберу «Сейчас заказал». Второй шаг в нашей обновленной автоворонке демонстрирует бизнес-проект, где здесь можно зарабатывать без вложений. Также мы предлагаем перейти для просмотра видео на YouTube или по кнопке внизу «Смотреть видео». А также можно загрузить PDF-слайды «Система дохода» для того, чтобы самостоятельно все рассчитать. Как и в предыдущем шаге на оформление дебетовой карты, можно развернуть плеер и посмотреть видео. Ставим паузу, закрываем проигрыватель. Далее мы говорим пошаговые действия, что необходимо сделать для того, чтобы зарабатывать. Первый шаг. Чтобы начать тут зарабатывать, нужно зарегистрироваться по кнопке внизу «Стать агентом». В ближайшем будущем мы добавим сюда видеоинструкцию по регистрации агента. Переходим по кнопке «Стать агентом». Здесь также применена реферальная бизнес-ссылка «Альфа-агента», которая пользуется нашей автоворонкой. И на примере демонстрации могли быть вы. Нажмем «Отмена». Второй шаг, который нам необходимо сделать после регистрации как агент, пройти тестирование для того, чтобы наши агенты уже начали получать первые баллы. Для этого достаточно перейти по ссылке «Пройди тестирование» с вариантами ответа. Нажимаем «Перейти». Данные варианты ответа позволят вам быстро пройти тестирование и получить свои первые 4 балла. Но тем не менее, мы все равно рекомендуем полностью пройти обучение в личном кабинете Альфа для своих. А также не забываем пользоваться голосовым сопровождением. После регистрации переходим далее. Выбираем также «Сейчас стал агентом». Далее у нас повторно отображаются контакты нашего пригласителя, голосовое сопровождение. Также присоединяйтесь в наши чаты и наши каналы. Все владельцы бота могут настроить свои чаты и каналы индивидуально под себя. Переходим далее. Теперь нам автоворонка говорит о том, что мы можем создать точно такую же воронку. А также можем ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы по боту. Для этого перейдем по ссылке. Перейти. Мы регулярно обновляем информацию и хотим, чтобы максимально было удобно и комфортно всем нашим агентам. Также прослушаем голосовое сопровождение и теперь переходим создать собственного бота.
Мы работаем полностью внутри бота. И бот нам сообщает о том, что необходимо в бота отправить свой email-адрес, и на указанный email перейдет электронное письмо с подтверждением. Вставляем сообщение в нашу электронную почту, нажимаем «Отправить». Теперь нам бот предлагает проверить входящие. Переходим на почту для того, чтобы скопировать код подтверждения. Также вставляем код подтверждения в бота и нажимаем «Отправить». И самый крайний шаг, нам необходимо поделиться номером телефона. Нажимаем «Ок». После мы завершили полную регистрацию и можем нажать кнопку «Главное меню». Как вы ранее обратили внимание, а также я озвучил, мы соблюдаем экологию. И никакие дополнительные продукты в нашем боте не предлагаются. Есть один главный продукт – это дебетовая карта. Все дополнительные продукты, которые хочет заказать ваш новичок, кредитную карту, кредит наличными и так далее, он может связаться с вами через бота. Мы не можем гарантировать честность каждого агента. Но если с вами дополнительно вышел на связь ваш пригласитель в бота и предлагает вам оформить другой продукт, где именно он занимается переманиванием клиентов, то первое и самое важное, нужно отказаться от этих услуг. У нас есть один главный продукт, это дебетовая карта. Остальные все продукты можно заказать либо со своим наставником, связавшись напрямую, либо через мобильное приложение Альфа-банка свои. Во всех случаях переманивания клиентов просьба с нами связаться. Мы будем применять меры. Далее, если ваши кандидаты проскочили предыдущие этапы воронки, ничего страшного, можно воспользоваться пунктом для своих, выбрать продукты наставника, оформить карту и все то же самое произвести уже в панели управления ботом. Вернуться назад, нажать «Стать агентом» и все то же самое сделать, что вы пропустили. Далее у новичков будет реферальная ссылка, которые они смогут воспользоваться только после оплаты. Данную реферальную ссылку можно размещать в социальных сетях, в сторисах Инстаграма, в сторисах Телеграма или на удобных вам площадках. Теперь перейдем к оплате. И здесь мы можем выбрать срок, на какой хотим использовать бота со своими реферальными бизнес-ссылками. 1, 3, 6 или 12 месяцев. После оплаты мы будем переходить в «Мои данные», «Настройки». И в этом пункте мы настраиваем свои бизнес-ссылки, куда мы отправляем также сообщение, но бот вам предоставит дополнительную видеоинструкцию. А также у нас предусмотрен раздел обучения, где мы будем сопровождать всех наших агентов, как правильно использовать бота, как правильно продвигать бизнес, возможные инструменты для продвижения бизнеса и прочие моменты, которые позволят вам максимально увеличить вашу команду, а также увеличить ваш доход. Данное видео доступно для абсолютно каждого агента в собственной социальной сети в открытом доступе, так как мы не нарушаем никакие правила и занимаемся экологическим продвижением бизнеса в глобальной сети интернета. Я вас благодарю за просмотр, за подписку, а также обязательно запросите реферальную ссылку на бота Альфа MLM для продвижения собственного бизнеса. До скорой встречи!